столице Азербайджана, Баку, впервые состоялась интеллектуально-развлекательная игра «Madhead». Это шоу пришло к нам из Европы, где оно уже давно пользуется большой популярностью. За 5 лет существования проекта «Madhead» покорил Минск, Харьков, Киев, Санкт-Петербург, Прагу, Ригу и Алматы, собирая в этих городах десятки команд и сотни участников. Я сам игрок этой игры в Праге, и когда я начал играть, у меня появился очень большой азарт к этой игре, то есть это командный спортивный дух, соревновательный дух. И мне захотелось это провести в свой родной город Баку. Шоу состоит из 3 туров. Каждый делится по 10 вопросов. Ведущий задает вопрос. Вопрос появляется на экране, появляется. И минута на размышление. Победителю мы даем поощрительный приз в поход от наших партнеров Portal Games, в поход в их квест-рум. Суть игры заключается в том, что участники, разбившись в команды, отвечают на интеллектуальные вопросы, показывая свои познания в музыке, литературе, кино, спорте и многом другом. Уникальность Madhead в том, что игра проходит в легкой атмосфере с несложными вопросами, ориентированными на логику и смекалку. Я люблю участвовать в жизни молодежи, современной молодежи. Это интеллектуальное развитие, это хороший способ собраться с друзьями и интересно провести вечер. Успех этой интеллектуальной игры в Азербайджане неминуем, ведь уже в первую игру здесь собралось более 100 участников. В будущем организаторы шоу планируют создать и онлайн-платформу этой игры, где участники смогут потягаться знаниями со своими единомышленниками за рубежом.